Так, камеру ты включил, камеру ты вроде да. А, тогда всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. Так, и сегодня мы будем снимать какое-нибудь видео. Честно говоря, какое не знаю. Но во-первых, я хочу показать, как спит наша Клео. А то снимает, значит, она видео всякие. Не удивляйтесь, это у нас контрольная сейчас. Вот она и учится. Пишем быстрее, она просыпается. Чу-чу. А, что там? Блин. Так, ладно, камеру выключаем. Выключаем. Так, вроде включила. Ребяточки, всем привет. И это рубрика «Готовим с Клео». Так, это уже второй. Можно сказать, раз я вам что-то готовлю. Так, сегодня я буду вам готовить яичницу. Это блюдо любят, наверное, все. Я его обожаю. Так, честно говоря, я видела, что делали девчонки сегодня утром. Ну, они получили наказание, а мы будем с вами готовить яичницу. Нужные ингредиенты – это 2 яйца, соль, ложка. Потом такая большая чашка, если она у вас есть. Потом сковородка. И у меня, к сожалению, нет одного ингредиента, но я его сейчас достану. Подождите, ладно? Я сейчас. Секундочку, ладно? Мне надо за ним сходить просто в магазин. Так, я пришла. Вот, это оливковое масло. Оно нам нужно, чтобы это промазать, сковородку. Ну, мы же должны как-то яичницу-то готовить. Ну, это сейчас не важно. Короче, мы делаем так. Сейчас. Берем это масло. Намазываем. Плиту включаем. Она у нас уже включена. Это идеально. Потом. Нам надо разбить яйца. Сразу говорю, не добавляйте молоко. Если вы добавите молоко, то это будет омлет уже. Так что берем яйца. Блин, яйцо упало. Ну, разбиваем его. Сейчас. Кружка нам нужна, чтобы разбить яйцо. В принципе, она больше ничего не нужна. А у меня, кажется, произошла неполадка с камерой, поэтому я уже вот разбила яйца и положила их уже на сковородку. Так, ребят, теперь я вам расскажу самое главное. Вы ведь хотите есть соленую, конечно, ее. Ну, поэтому нам надо взять эту, как ее зовут, чашку. Взять ложку, так как всю я вам не советую. Высыпать будет очень соленая тогда ваша яичница. Ну, вот берите примерно вот столько соли и просто насыпайте аккуратно. Ну, вот видите, у меня там кучка. Ну, как бы надо подождать, когда она приготовится, и выкладывать ее. Сейчас я через пару минут вам покажу, как я сейчас буду украшать ее. Прям как в ресторане. Ну, примерно. Так, подождите. Так, ребята, вот я уже, выложила ее. Вот тут я себе что-нибудь налью попить. Так, ну давайте теперь я вам покажу совет, как делать. Если вы любите есть как в ресторане, я вам посоветую сделать так. У вас, наверное, у всех дома есть кетчуп. Ну, у меня дома есть. Только у него такая же упаковка, как у этой, у масла. Вот, кетчуп мой. Ну, а потом вы как бы должны, по своему, можно сказать, творчеству украсить яичницу кетчупом. Вот сейчас я украшу, и потом продолжим. Подождите.
Так, вот я украсила. Такая, как улыбочка получилась. Так. Теперь по тайне. Короче, Венера находится в другом углу кухни, поэтому... Подождите, сейчас я посмотрю, где она. Секунду. Венера, привет! Клео, опять ты снимаешь видео. Ну чего тебе? А что ты делаешь? Вообще-то и мы как бы тут с девчонками болтаем. Опять ты снимаешь без разрешения. Все, уходи. Уходи, сказала. Простите. Короче, Венера тут протащила недавно укроп. Ну, короче, вот у меня тут укропчик. Мы его тихонько срываем. Тихонько. Клео, что ты там делаешь? Засада, блин. Так, ребята. Так, если у вас такая же ситуация, вы должны быстренько перебежать в другую комнату. У нас такая, как свободная комнатка. Короче, берем, аккуратно вырубаем. Упс, у меня упал горшок. Короче, вот укроп, быстро прячем его. И бежим тихонечко на кухоньку. Так, вот, яичница. И красиво укроп ложим. Ну, у меня получилось как бы не очень. Надеюсь, у вас получится лучше. Так, теперь скажу вам сразу. Я сорвала укроп. Тогда, если вы то же самое сделали, ну, для яичницы, советую вам просто купить такой же укроп. Ну, как сказать, купить? Короче, купить с корешком, с землей укроп и просто его пересадить. Ну и все. Никто ничего не заподозрит. Клео! А вот когда уже идет Венера, надо убегать просто. Клео! Ты не видела мой укроп? Так, короче, всем приятного аппетита. И пишите в комментариях, задавайте нам всякие вопросы. Я сделаю такое, как... Ну, мы все сделаем такое, как можно бы сказать, ну, типа сериала, где вы будете задавать нам вопросы, ну, вы их будете писать, а мы будем отвечать. Например, каждый из нас задавайте вопрос, а мы просто будем отвечать. Так. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Клео, я иду. Всем пока. Пока-пока. Приятного аппетита. Клео.